Ну что, мои дорогие, это «Семейное дело», это мама и сын, это Нина Зверева, и со мной Петр Антонец, мой сын. И мы с ним два коуча, два человека, которые помогают другим людям как-то понять себя и понять других, стать более счастливыми, как еще может быть задача у тех людей, которые помогают людям разобраться в хитросплетениях этой жизни, как рабочей, так и семейной. Тему, которую мы выбрали сегодня с Петей, с вашими тоже поддержками и подсказками, тема раздражение. И я предлагаю как первый вопрос, не знаю, согласишься ты со мной или нет, я думала перед этой записью, ты согласен со мной, что раздражение – это обязательный и самый неприятный спутник долгих отношений? Разных отношений, причем с партнером, с детьми, на работе. Согласен или нет, именно раздражение. То, что нас чрезвычайно беспокоит, то, что провоцирует наши ошибки, то, что не дает нам жить, спать, нормально существовать. Как думаешь? Да. Приветствую всех зрителей. Спасибо, что нас смотрите. Отвечая на этот вопрос, скажу так. Я считаю, что, конечно, раздражение так или иначе будет возникать. Вопрос в том, превращается ли это во что-то хроническое. То есть это какое-то раздражение в моменте, которое возникает, которое мы можем заметить и что-то с этим сделать. Или это хроническое раздражение, где мы уже взрываемся по поводу и без, где мы ощущаем какую-то уже даже собственную усталость от этого раздражения. Вот с тем, что это обязательно должно быть спутником долгих отношений, я, конечно, не согласен. И я думаю, что это можно исправить. Если человек находится в такой ситуации, то с этим можно что-то сделать. Это не должно быть. Я говорила про «не должно быть», я говорила про то, что это так есть. Скажи, пожалуйста, ну, по-честному, ты часто испытываешь чувство раздражения? Ну, в последние годы все меньше. Гораздо-гораздо меньше. Да, я помню периоды жизни, где этого раздражения было много, и даже помню период, где, вот особенно когда мы в Америку переехали, был период такого обострения в новой среде, как бы и я, и моя жена оказались в стрессе, и вот на фоне этого стресса у каждого какого-то своего вот этого раздражения и конфликтов было больше. И я очень рад, что мы с этим хорошо справились, и в последнее время я счастлив тому, что в моей жизни раздражения практически нет. Оно бывает время от времени, но вот здесь вот важный момент, то, что, я думаю, может быть, есть смысл обсудить, это что раздражение может быть по объективным причинам и по субъективным причинам. И вот раздражение по объективным причинам, оно так или иначе, конечно, в жизни будет проявляться. Просто когда обстоятельства каким-то образом нам мешают, и наше раздражение вызвано какими-то объективными причинами. Ну, например, если я там, например, хочу спать, или я уже лег спать, а, например, допустим, мой супруг зашел в комнату и включил свет, и меня разбудил, да, я могу в это время испытать раздражение. И оно объективно, потому что прямо сейчас происходит что-то, что мне физически мешает, что меня физически беспокоит. И это нормально. И такие ситуации будут происходить, когда люди живут вместе. Но если я прохожу мимо своего ребенка, и даю ему подзатыльник, что что-то опять сутулился, говорю, что я сиди прям, да, то это уже другая ситуация. Поэтому с объективным раздражением мы одним образом можем обходиться, а с субъективным раздражением другим. Мы можем поговорить об этом, если хочешь. Ну, конечно, хочу. Мы собрались сюда поговорить об этом. Я думаю о себе. И уж просто вот как человек, которому уже 70 лет, я думаю, больше стало в моей жизни раздражение или меньше. И я тоже скажу, что меньше. И, наверное, не разделяю на объективное, субъективное. Просто что такое раздражение? Вот как бы ты определил? Я бы определила это как такая вот поднимающаяся волна, инстинктивная такая, с которой трудно справиться, гнева, злости. Угу. Даже той самой обиды, о которой мы с тобой говорили. Вот. И желание каким-то образом это выплеснуть. Вот это и гнев, и злость, и вот это и есть такое раздражение. Да, конечно. Ты сказал, мой супруг. Это мой супруг. У тебя супруга, у меня супруг. Вот но я просто думаю, что у тебя в основном подписчицы, и представляю себе какую-то ситуацию, которая была бы им близка. Поэтому... Я думаю, когда ты сказал мой супруг, люди там сильно все вздрогнули. Вот. Это кроме твоей Америки, мой супруг, это, знаешь, многовато для моих подписчиков. Ну, в общем, короче говоря, когда прекрасная Зоя входит в комнату сжигать свет, что-то на нее это вообще не похоже. А вот на моего супруга это вполне себе похоже. Причем это не специально же делается, совсем не специально. Просто он, когда ложился спать, там вот была эта одна спальня, и он входил спать, ему обязательно надо было взять в руки книгу. Он так только засыпал, да? Ведь мы же говорим об уважении прав другого человека. Ну, а я от света уже не сплю. И это, конечно, очень такой сложный, такой вот дилемма такая. Поэтому я вообще-то всегда, конечно, я понимаю, опять буду говорить, что это деньги, что это не все могут. Но даже просто комнату разделить любую на две части и встречаться тогда, когда хочется встречаться. Но быть вместе вынужденно, когда у вас разные режимы, это очень тяжело. Для меня это было очень тяжело. И раздражение... Я знаю, как я справляюсь. Я переключаюсь и молчу, дышу. Я научилась дышать благодаря йоге. А еще я всегда выдерживаю паузу и всем другим советую. Я всегда советую просто, если вас охватывает вот это вот инстинктивное желание выплеснуть свое недовольство, это есть такое вот раздражение, то надо немножечко... отойти в сторонку, чуть-чуть подумать, уже сразу слова другие. И еще очень помогает мысль, а что, мы не раздражаем нашего партнера? Точно раздражаем этими привычками. Знаменитая есть туристическая, симпатичная, про незакрытую зубную пасту. Угу. Вот. Как вот я ему говорю, и вот опять утром просыпаюсь, зубная паста открыта, я снова говорю, а зубная паста открыта, и вот он такой хороший, и романтик, и милый, а паста вот... И, в общем, ушла, короче. То есть всё. Я помню, как я лежала в роддоме, не с тобой, а со вторым ребенком. И там же было у нас 12 женщин в одной палате. Все родили, значит, своих малышей. И иногда были общие разговоры, которые вызывали невероятное единение и любовь друг к другу. Это были обсуждения мужчин, конечно. Но мужчины-то у всех разные. И вот одна тема просто палату завела абсолютно. Это была тема «Поставил чайник и пошел бриться». Чайник выкипает или свистит. Тогда были модные чайники со свистком. И вообще приходится вставать, идти выключать, потому что мужчина-то в это время бреется. И вот это оказалось, что поставить чайник и идти бриться – это прям любимая развлекуха всех наших лет, которых мы рожали детей. И, значит, теперь можем хотя бы помыть косточки. Вот. Но разделение на объективных и субъективных раздражений я пока что не читала, не слышала. Давай объясняй. Что такое объективное, что такое субъективное, как их разделить и как действовать. Ну, начнем с объективного, что я имею в виду. Ну, вот если мы абстрагируемся от семейных отношений, действительно смешно получилось этим примером. Ну, вот, например, я лечу в самолете, я хочу спать. И вот я пытаюсь заснуть, и в это время вдруг в спинку кресла толчок. Потом еще один и еще один. Я оборачиваюсь, смотрю, что там, например, сидит ребенок и ногами молотит мне в спинку кресла. Я хочу спать, мне это мешает. Да? Это объективная причина для раздражения. Да? Есть какой-то фактор, который физически сейчас мне мешает сделать то, что я хочу, например, отдохнуть. Да? Или соседи громко музыку включают в момент, когда я засыпаю. Это объективная причина. Вот. И здесь более-менее все просто. И если я могу с этим что-то сделать, то, как ты хорошо предложила, я немного дышу, чтобы не действовать сразу же из гнева. Например, если я там вскочу и начну кричать на этого ребенка, да, или на его родителей, что почему они там позволяют ему это делать, да, скорее всего, разговор у нас не сложится, и вряд ли, например, они захотят с этим помогать. Скажут, ну это же ребенок, чего вы хотите? И я дальше полечу вот с той же проблемой, да. Если я немножко подышал, поставил себя на место этих родителей, я могу встать и очень спокойно с ними об этом поговорить. Я могу сказать, что, там, знаете, вот пытаюсь поспать, ваш ребенок толкает спинку, можете с этим что-то сделать? Да? И вдруг мы можем с ними нормально об этом поговорить и, может быть, что-то придумаем. Может быть, они местами поменяются с ребенком, может быть, они как-то сумеют его скорректировать. Да? И в других ситуациях я просто делаю что-то, что действительно поможет этой ситуации справиться. Но что, например, если я лечу в самолете, и я пытаюсь спать, и вдруг начинаются воздушные ямы, и самолет трясет, и я не могу при этом спать. Да? Я могу с этим что-то сделать? Скорее всего, нет. Да? И здесь вот как ты дала этот совет про то, что, например, подумать о том, а что я делаю такого, что там партнер раздражает. Например, да, где я переключаюсь. Вот здесь, если есть какая-то проблема, но я с ней ничего сделать не могу, тогда, наверное, мудрее просто изменить свое отношение к этому. Да? Например, я могу подумать о том, что а вообще ведь здорово, что я там за полдня могу долететь там до другой точки земного шара. Да? Еще там 100 лет назад на это понадобилось там несколько дней, а 200 лет назад там, несколько месяцев, например. Да? Я могу этому порадоваться и расслабиться. Да? Еще один метод, когда ты не можешь ничего сделать, перестать устраиваться спать. Переключиться, например, да? на электронную игрушку, уже все равно не получается. Просто у меня это только что было с этой турбулентностью. Несколько раз прям вот абсолютно засыпал. И еще идут проводницы, эти бортпроводницы, еще включается свет. То есть, мир против твоего сна. Вот так случилось. Повезло. Значит, сон будет потом. Не пытаться. Да. Не провоцировать самого себя на раздражение, потому что ситуация, в которой ты ничего не можешь сделать, значит, поменяй деятельность, поменяй решение. Да, и иногда это бывает непросто, особенно, например, допустим, если я очень-очень устал, я очень хочу спать, и я понимаю, что после того, как прилетит самолет, у меня еще там целый день будут дела, и уже отдохнуть не удастся, если я буду невыспанный, мне будет трудно, и я могу давить на себя этими мыслями, да, вот, то здесь еще хорошо просто себя посочувствовать, да, я оказался в такой ситуации, да, мне сейчас непросто, вот это вот так, ничего, я там поддержу себя, я себе помогу вот так, и мы можем, как-то вот себя поддержать, как если бы с нами разговаривал наш добрый друг, который бы нас в этой ситуации захотел как-то поддержать и утешить, да. Иногда это тоже такой важный шаг, просто вот посочувствовать себе, что я оказался в такой трудной ситуации, с которой ничего не могу сделать. Вот, это что касается объективного раздражения на какие-то обстоятельства, с которыми мы имеем дело прямо сейчас. А вот что касается субъективного, тут немного все сложнее. И как раз наше, может быть, хроническое, накопленное раздражение, например, в отношениях, оно в основном именно к этой области относится. Что я имею в виду? Можем посмотреть на несколько ситуаций. Там три основные есть причины. Давай их перечислю. Ты же любишь триады, да? Я сейчас перечислю тебе три основные причины. Давай, я попробую запомнить. Давай. Первая причина – это плохое отношение к себе и давление на себя. Вторая причина – это неверно выбранная цель, неверно выбранное намерение, например, при взаимодействии с другим человеком. И третья причина – это когда мы неверно интерпретируем то, что происходит, и выбираем интерпретацию, которая нас злит. Не разбираясь на самом деле, что случилось, а просто из негативной предвзятости выбираем смотреть на это как на какой-то вызов нам. Вот три основные причины. У тебя так все как-то по-научному. Не, я, конечно, в восторге, триада принята, но это разбросанные носки. Я все думаю, поставлены посередине прихожей туфли, несмотря на то, что много-много раз, вежливым голосом, спокойно, с иронией или просто с просьбой, с улыбкой. Просила не ставить посередине прихожей туфли, а убирать их куда-то там на место. И все равно они стоят посередине прихожей. А уж разбросанные носки – это вообще вечная женская боль. знаешь, а ты так сложно, там целая триада, отношение к этому, отношение к тому. Ну, вот те разбросные носки. Хорошо. Давай посмотрим. Раздражают. Ну, смотри. Вот, например, разбросанные носки. Мы не знаем, что, ну, как бы надо смотреть на ситуацию. Окей, давай так. Вот носки разбросаны. Например, я тут же интерпретирую это так. Опять он разбросал носки, он это делает мне назло, я ему много раз говорил этого не делать, он знает, что я это не люблю, и вот он их здесь бросил, наверное, специально хочет испортить мне настроение, или, наверное, он мстит мне за то, что я там вот это ему сказала. Ну, понятно, например, там, он меня вообще не ценит и так далее. Это пример интерпретации. То есть я вижу разбросанные носки, и я интерпретирую это негативным образом, автоматически, как будто бы это означает что-то плохое, например, что человек делает мне что-то назло или ему просто на меня наплевать. А, например, настоящая причина этого может быть в другом. Ну, давай себе представим, что, например, муж на самом деле услышал и очень старается не разбрасывать носки, и вот уже несколько недель он очень порядочно, значит, складывает их, например, в бельевую корзину, а в этот раз, например, собака их достала из бельевой корзины и принесла и бросила в комнате. Ну, например, может такое быть? Бывает такое что-то? Может. Да. Может. Но мы же в этом... Или что-то отвлекло, или забылся, инстинктивно бросил, как раньше. Ну, вот, да. Например, а или, может быть, он взял, положил вещи в какую-то корзину и понес их в стиральной машине, и они из этой корзины, там, этот носок несчастный выпал, например, да? То есть у мужа не было стремления унизить жену, раздражать ее, отомстить ей за что-то, показать ей свое наплевательское отношение. Наоборот, он, может быть, очень старался. И представляешь, как ему будет обидно, когда она там врывается в комнату, значит, вся такая разъяренная, говорит, опять со своими носками, я же тебе говорила. А представляешь, как обидно человеку, который так старался, и вот он уже несколько недель так старательно складывает носки, и в этот раз вот он просто выпал, или эта собака положила, он вообще не понимает, как, я не бросал, я же в корзину их убрал, например, да? И вот у нас уже ссора. И здесь какой, ну, главный антидот? Это когда мы видим какую-то ситуацию, ну, например, вот эти вот несчастные носки, и мы просто не торопимся с выводами. То есть, окей, первое, что нам пришло в голову, он специально здесь бросил носки, чтобы испортить мою жизнь, да? Это первая мысль. Но что, если этой мыслью не ограничиваться? Что, если предположить хотя бы еще две версии, почему это могло произойти? И вот если это сделать, если у нас есть хотя бы еще одно или два предположения о том, почему это произошло или что это может значить, то мы уже расслабляемся, потому что в этот момент мы понимаем, а я же на самом деле не знаю, что случилось. А на самом деле ведь не факт, что это именно так. Может быть, какие-то другие причины. И раз, нас уже немножко отпускает. И тогда мы можем спокойно это выяснить. Например, там женщина может подойти к мужу и сказать, слушай, а вот там носки снова в коридоре лежат. Я хочу понять, это ты их там бросил или они как-то случайно оказались? Ну, например. Например, задать этот вопрос. И это ведь уже может нас повести в гораздо более конструктивный разговор, чем если я там ворвусь, значит, с горящими глазами и начну кричать, например, да, или возмущаться, или просто обижусь. Нет, вообще вот из этого, всего, что ты сказал, это можно выбрать просто как инструмент, да, задать вопрос, уточнить, задать вопрос и без какой-либо неприятной интонации. Смотри, здесь есть только одна проблема. Есть только одна проблема. Если у меня в голове единственная версия того, что случилось, это что он бросил их назло, тогда спросить о том, почему это произошло, спокойно, у меня, скорее всего, не получится. Если у меня одна версия, и она приводит меня в ярость, то этот вопрос, скорее всего, прозвучит как риторический вопрос. Ну, что-то типа... А вот ты носки в коридоре бросил, я правильно понимаю, что ты сделал как обычно? Или они просто как бы сами туда упали? Ну, например, да? И тогда получается, что это просто, этот вопрос человеку, это просто как бы очередной способ показать свою ярость. Да? Если у меня у самого есть хотя бы 2 версии того, что случилось, а лучше 3, то тогда я могу задать этот вопрос с искренней открытостью, потому что я тогда не предполагаю, что ответ однозначный. Вот это вот тонкий момент. Понимаешь? Понимаю. Я просто думаю, а бывает так, чтобы люди не раздражали друг друга вообще? Я думаю, что, наверное, нет. Потому что... Я думаю, что на первом периоде влюбленности бывает. Вот когда любовь, когда влюбленность, когда нет вот этого быта. Помнишь, любовная лодка разбилась о быт? Угу. Знаменитая фраза Маяковского. Тогда все нравится. Даже эти носки, черт возьми. Нравится все, вот этот период влюбленности. Ну вот он вот прям всем хорош. Вот эти носки, это вообще чудо какое-то. Ну если люди еще не живут вместе, то да. Но если люди начинают жить вместе, то это происходит очень быстро, потому что все равно привычки людей начинают сталкиваться. Да, один привык одним образом, другой привык другим образом, ну и так далее. То есть все-таки тогда это вот наслоение привычек, ожидания, оно происходит быстрее. Ну и дальше вопрос, а как люди с этим справляются? Если мы замечаем свое раздражение, а не реагируем автоматически, и если мы можем ну, как бы с этим справляться осмысленно и, например, сказать другому человеку о том, что нам не нравится или что нас вызывает вопросы без раздражения, тогда мы можем там, решить этот вопрос и эту причину для раздражения из нашей жизни убрать. И в этом, на мой взгляд, и есть как бы... смысл вот такого партнерского сосуществования, да, где мы как партнеры, мы находим какие-то причины для трения, да, то, что нам мешает быть в гармонии, и мы спокойно с этим разбираемся и устраняем это. Потом что-то возникает еще, ну, еще. Не очень спокойно. Спокойно не получится, потому что все равно, когда мы начинаем хоть капельку проговаривать, у другого человека возникает сопротивление. Но я могу поделиться с тобой. Угу. Это не секрет, я рассказывала это уже как-то, что однажды, когда у меня накопилось к твоему отцу какой-то такой список, я понимала прекрасно, что у него есть список. Но мы так справляемся с этим тихо, мы же совсем никогда не ссоримся, может быть, это даже неправильно, не знаю. Но просто мы совсем не перестали общаться, мало общаемся. Каждый живет своей жизнью, мало общаемся, и тем самым мы избегаем раздражения, просто потому что мы мало общаемся, мы даже стали ужинать как-то один в одно время, другой в другое. Мне это очень не понравилось, и я говорю, а давай напишем, потому что отцу твоему трудно вслух чего-то такое говорить, там, про то, что его раздражает, вообще про чувства ему трудно говорить вслух. Я говорю, давай напишем. У меня, видимо, много накопилось, 10 пунктов, что я бы хотела, чтобы ты изменил. Он подумал немножко и сказал, давай 3. Не надо 10. Я подумала про свои 10, сказала, давай 5. На 5 остановились. И я написала, и он написал. И это был очень хороший опыт. Лет 15 назад, 20. Потому что в этом списке оказалась такая ерунда, на самом деле. Ну, например, он написал, что когда я сижу рядом с ним в машине, чтобы я не разговаривала по телефону. Ну, это точно можно, то, что я могу сделать. Почему-то он очень хотел, чтобы я с ним ехала, с ним рядом, и его это просто очень травмировало. Никогда не говорил об этом, но я чувствовала, что-то не то. Он садится такой, а я чего? Раз он такой, то я и разговариваю. Оказывается, каждый же думает, что это другой виноват. И еще всякая, в общем, мелочевка, которая была очень быстро из нашей жизни, и тем, и другим, потому что мы очень старались. И очень сильно облегчило существование. Я подумала, что это прям прекрасно. А я прочитала где-то об этом, что так делают психологи. Что надо написать то, что мешает. И если психолог работает с парой, то он просит сделать это взаимно. Я, кстати, ни разу в жизни этого не делал. Да. Ну вот видишь. А мы сделали так, как ты успешно. Я не говорю, что это плохой способ. Я говорю, что у меня, например, нет такого опыта, потому что я предпочитаю все-таки поговорить, и мне кажется, что в зависимости от того, как мы себя настраиваем на этот разговор, как мы это делаем... Ну, не все умеют говорить, Петенька. Не все умеют говорить. И потом это действительно, у нас разница большая. Сколько мне было? Почти 30 лет, когда я тебя родила. Разница 30 лет – это совершенно другое поколение. Сейчас поколение ваше очень хорошо проговаривает. И привыкли к этому. К психологам привыкли к проговариванию того, что мешает. А мы-то нет. Мы это как-то внутри себя держали. У нас по-другому было все. Интимные вещи очень-очень трудно обсуждать. И еще многие вещи трудно обсуждать. Просто трудно. Просто натыкаешься на скалу воспитания, привычек. Поэтому это не получается. Нас смотрят сейчас люди разного поколения, ну, в том числе и моего поколения, которым скажешь, поговорите с мужем, они говорят, да, как? А как с ним поговорить, если он молчит? Вот так. И к психологу не хочет. Считает это глупостью адской такой. Вот что делать в этом случае? Как тогда свое раздражение? Мне кажется, писать, написать, прочитать. Причем, когда мы пишем, глазами читаем, и мы можем формулировки смягчить. Когда ты пишешь, ты звучишь более мягко, чем когда ты сходу там, да еще много пунктов. Вот. Хорошо. Что еще ты хотел сказать от имени своего поколения? А ты знаешь, я не столько хотел что-то сказать от имени своего поколения, сколько я думал, что, может быть, людям будет полезно посмотреть еще на разные причины, откуда раздражение может возникать. И мне кажется, что особенно полезно подумать над ситуациями, где мы это раздражение фактически провоцируем сами. Потому что если мы это знаем, и мы от этого избавимся, то просто, во-первых, в нашей жизни раздражение будет меньше, а во-вторых, для нашего партнера или для нашего ребенка будет гораздо приятнее с нами общаться, чем если мы сами себя драконим, а потом на них выплескиваем это недовольство. Вот я думаю, может быть, об этом есть смысл поговорить. То есть, мне интересно, да. Ну, смотри, вот я помню, что я сказал, вот ты когда мне сказал, что так по-научному я к этому подхожу, да, я подхожу к этому с точки зрения концепции адекватности, ты знаешь, в которой я работаю, вот, и это хорошо очень описано в книге, но мы сейчас с этим разберемся вот так вот на словах. Вот мы с тобой сейчас разобрали ситуацию с интерпретациями, где я интерпретирую действия другого человека однозначно негативно и на это реагирую, хотя причина может быть другой, да, и может быть совершенно даже и невинной. И что если у нас версий несколько, то нам гораздо проще с этим разбираться. Но есть еще две причины, как два способа самим себя разозлить на пустом месте. Один из способов, вот первый, который я перечислил, это... давление на себя или плохое отношение к себе. Например, да, представим себе ситуацию. Например, муж приходит к жене и говорит, слушай, что-то есть очень хочется, да, что-нибудь поедим. Ну, например, допустим, это семья, где жена кормит мужа. Бывает по-разному, ну, допустим, вот такая вот классическая история. И вдруг жена, например, там, открывает кастрюлю, а суп испортился. И она понимает, что, блин, надо же было его убрать. Я забыла его вчера убрать в холодильник. Суп прокис. Смотрит, а продуктов других нет. Блин, я же собирался в магазин сходить. Ну да, вот не получилось, что-то закрутилось или забыл, или замешкалось чем-то и так далее. И вдруг она понимает, что мужа кормить нечем, потому что суп прокис, а продуктов толком нету, потому что она их не купила. И она начинает на себя давить и себя за это ругать, что, блин, ну как же так, ну я же планировала, дома-то есть нечего, например. И вот она оказывается в стрессе, начинает сама себя ругать, что как же так, значит, у нее возникает ощущение, что я плохая жена, плохая хозяйка. И, допустим, пока она обо всем этом размышляет, возвращается муж, говорит, слушай, ну что, мы поедим что-нибудь, а то мне там, я не знаю, через полчаса уходить, например. И она, находясь уже в этой ситуации стресса, давя на себя, и уже ей как-то хочется, наверное, как-то себя оправдать, или просто вообще вот она находится в таком состоянии, где ответить вежливо мужу уже трудно. И она, например, говорит, да я слышала, ну, например, там, не надо мне два раза говорить, я слышала уже, сейчас покормлю тебя чем-нибудь. Ну, например, да, то есть и она реагирует с раздражением не потому, что муж сделал что-то не так, он, в принципе, ничего плохого-то не сделал, он просто сказал о том, что он хочет поесть. И если в их семье принято, что он говорит об этом, а она его кормит, то с этим все в порядке. Но от того, что она оказалась в ситуации стресса, из-за того, что она сама себя как бы поругала, она начинает реагировать с раздражением. Да, и таких примеров, ну, те же самые, там, похожие примеры с детьми, например, там, я занимаюсь своей дочкой уроками. И вот мы занимаемся математикой, я сам в математике не очень-то хорошо разбираюсь, и она, допустим, не может там понять дроби, да, и я пытаюсь это объяснить, и у меня не получается. Я вроде хорошие примеры подбираю, а как бы ей они не помогают. И вдруг я чувствую, что во мне начинает расти раздражение. И вот я уже рубленными фразами ей там говорю, ну что непонятно, ну посмотри, ну вот, и так далее, да. И как бы ребенок несчастный весь зажимается, и вроде, если посмотреть поверхностно, то я раздражаюсь на ребенка, потому что она там не понимает, она тупит, я вот объясняю, она вот не въезжает. Но если заглянуть в это поглубже, то на самом деле у меня не получается объяснить, я начинаю давить на себя, что как бы я плохо объясняю, или вот я плохой родитель, что я не справляюсь с тем, чтобы ребенку помочь. И вот это давление на себя, оно в итоге очень легко выплескивается в раздражение на другого человека. Вот эти примеры касается, понятно? Друзья мои, это понятно. Я помню, как мы учили тебя музыке. Это великое семейное воспоминание. Все это делали по очереди, пока вообще вся семья не уходила куда-нибудь в глубокую тень. Самая терпеливая была Катя. Но ты говорил, что ты будешь заниматься музыкой, только если она будет скакать зайчиком под эту музыку. Скакать зайчиком, пока наконец я не приняла решение. Мы просто бросили музыкальную школу навсегда, да, потому что все, больше живых людей в семье уже не осталось совсем. Причем очень жаль. Потому что были способности, был слух, а сейчас ты там бил гитару и пытаешься сам освоить музыку хотя бы. Да, с большим трудом. Дается это с большим трудом. 43 года. Я жалею. Я думаю, что если бы... Ну, не то, что жалею, но я думаю, что если бы с музыкальной школы получилось, я думаю, вот как здорово, сейчас играл бы на каком-нибудь инструменте. Вот, сейчас... Ну, девочки играют. Да. И на Катя садятся, играют легко, потому что у них эта музыкальная школа осталась навсегда. А с тобой мы не справились никто. И, конечно, чем там это было вызвано раздражение, ты считаешь это важно. Вот, я в себе, да, оценить. Это из-за того, что я на себя гневаюсь, что там, что суп прокис, или что я не могу ребенку объяснить. На себя на самом деле, а не на ребенка. То есть это полезно разделить. А я считаю, что полезно как-то, ну, просто избегать этих ситуаций. Ну, то есть, например, мужу сказать, все прокисло, пойдем в ресторан. Ты меня кормишь в ресторане. А с ребенком просто немедленно еще побольше поработать, но пригласить какого-нибудь со стороны, чтобы избегать. Вообще, конечно, занятия с ребенком уроками – это прямой путь к ссорам и к плохим потом каким-то таким напряженным отношениям. Это другая роль, не родительская роль. Да. Учить. Вот, поэтому, кстати, отец решил заниматься математикой. Я думаю, что у него это хорошо получится. Не получится у него, пригласим Нелю, и очень будем как с тобой музыкой, так с Надей математикой, посмотрим. Эту сказку прекрасную «Прибежала мышка-мать». Тетю кошку в няньке звать. Слушай, я, знаешь, уже с трудом помню. Сказка о глупом мышонке. Сказка о глупом мышонке Маршака. Она очень-очень тяжелая сказка, потому что ребенок никак не засыпает, мышонок, и она, значит, всех зовет по очереди. А мышонок недоволен. Лошадь слишком громко поет, там лягушка слишком ква-ква-ква. Вот, значит, и все. И в результате пригласили кошку. И мышонок говорит, очень сладко ты поешь. Прибежала мышка-мать. Ребенка не видать, понимаешь, там. И ребенка уже не осталось. Такая история с приглашением коучей со стороны. Хорошо. Значит, если мы напомним из того, что было сказано, что людям-то делать, да? Первое – это отойти подумать. Второе – подумать, специально это сделано или нет. Мне это очень понравилось. Что, может быть, собачка так вот просто вот... Какая-то причина, почему человек так поступил, а вовсе не потому, что вы так думаете. А третье, что это на самом деле да на себя и гнев на себя, который является на другого человека. Любопытно. Да. Что вот... может помочь? Что еще может помочь справиться с раздражением? Вот смотри, вот в этой ситуации, если я внимателен к тому, что я заметил, что я сам на себя давлю, да, и раздражение от этого, то здесь просто, вот тоже, как ты сказала, взять паузу, немножко подышать. И вот это самое сложное для людей, то, что вы наверное, уже, ну, те, кто видел, допустим, сессии мои, которые мы публиковали, да, видели, что так или иначе мы с людьми приходим к тому, что им нужно вспомнить, что со мной все в порядке, отнестись к себе мягче, с сочувствием. Например, посочувствовать себе, что я не могу объяснить ребенку что-то, что мы пытаемся там сделать в домашнем задании, да, что, ну, окей, я не репетитор, я непрофессионально этим занимаюсь, я действительно не очень-то хорошо умею детям это объяснять, с этим все в порядке, да, у меня другая роль, но я хочу там ребенку своему помочь. То есть можно просто сказать себе слова, поддерживающие, чтобы перестать так сильно на себя давить и себя переориентировать на такой более мирный процесс. Ну, и это, конечно, сейчас общие слова, но ты знаешь, я записал уже новую сессию с клиенткой, которая готова ее опубликовать, поэтому я думаю, что вот после этого эфира через какое-то время мы опубликуем эту сессию, и люди смогут увидеть на практике, как мы работаем конкретно с раздражением. Там именно ситуация такая, что это мама 3 детей, и она говорит, я просто не могу не орать на своих детей, я все время, я их очень люблю, но они меня все время бесят, я все время на них кричу, потом чувствую себя виноватой, и вот мы как раз с этой ситуацией разбираемся. И очень интересная сессия получилась, и по времени всего час. И вот там мы можем увидеть, как на практике это выглядит, вот эта работа с собой, которая позволяет расслабиться и по-другому взаимодействовать с детьми, вместо того, чтобы выплескивать на них раздражение. Вот, то есть это проще сказать, чем сделать, но вот в этой сессии люди увидят, а как это можно сделать на практике, как можно самого себя привести вот в этот баланс. Вот, и, то есть получается, в том случае там, мы находим несколько версий, в этом случае мы поддерживаем себя. И есть еще одна ситуация, очень-очень распространенная, как мы можем сами себя разогнать, разозлить и попасть в конфликт с другим человеком, при этом ощущая полностью, что в этом виноват он. Вот это вот самый очень-очень частый сценарий. Это когда мы в диалоге с человеком не задумываемся о том, из какого намерения мы с ним разговариваем, то есть какую цель мы преследуем. На примере, как это может выглядеть. Например, я разговариваю с тобой, и я говорю себе, мне нужно объяснить маме, что она не права. Или мне нужно, чтобы мама согласилась сделать вот это. И что-то в этом роде. И вроде цель-то, ну, как бы по-человечески понятная. Да, я хочу в чем-то убедить, я хочу предложить что-то сделать. Но проблема в том, что если я формулирую для себя это таким образом, что я должен убедить, я должен доказать, я должен продать. Когда я ставлю цель таким образом, то я неизбежно буду на человека оказывать давление. Мое поведение из такого намерения, оно становится очень агрессивным и давящим. Даже если эту агрессию смягчаю каким-то образом, даже если я ее приглушаю, человек ощущает, что я на него оказываю давление, и единственное, что мне подходит, это где он делает то, что я от него хочу. А у нас инстинкты работают, да, инстинктивно мы этому сопротивляемся. У нас есть стремление к тому, чтобы быть там свободными, независимыми и самостоятельно принимать решения. Мы не очень-то любим, когда другие люди нами доминируют. Даже если они имеют право на это, например, наш руководитель, у него есть полномочия в определенном смысле нами доминировать. Даже это нам не очень нравится. Что говорить о ситуации, где у человека нет полномочий относительно меня. И здесь мне очень легко ощущать, что другой человек виноват в нашем споре и в моем раздражении. Например, я хочу объяснить тебе, что ты не права, и послушай меня, вот мои прекрасные аргументы, ты должна с ними согласиться, ты сопротивляешься, с этим споришь, и как бы между нами напряжение нарастает, и мне легко сказать себе, блин, ну что же такое, ну неужели мама не понимает, ну я же понятно объясняю, но почему она такая упрямая, да, и мне очень легко сделать тебя виноватой в том, что между нами сейчас вот этот вот накал и вот эта проблема, и вот это мое раздражение, что ну что же непонятно, но почему она вот так вот, да, и здесь просто полезно это заметить, что я сейчас с человеком разговариваю, что-то обсуждаю, или я давлю на человека, или я хочу, чтобы... Манипуляция об этом же. Как ты считаешь? Вот давить на человека или манипулировать человеком – это одно и то же? По большому счету, да. Манипуляция просто чаще всего предполагает, что я от человека это скрываю. То есть я могу сказать человеку там, прямым текстом, что, например, допустим, там, я хочу тебя в чем-то убедить. Да? Я могу сказать прямым текстом, послушай, мам, не надо со мной спорить, я знаю лучше, просто согласись и сделай, как я говорю, и все будет хорошо. Я могу так сказать, но у меня могут быть опасения, что это не очень хорошо сработает, да? Что, например, ты не очень согласна с позицией, что я знаю лучше, чем ты, или что ты должна сделать, как я говорю. И тогда начинаются манипуляции, где я, например, говорю: ну, мам, ты, конечно, можешь делать, как считаешь нужным, я тут не в положении, значит, тебе что-то навязывать, но я думаю, что... И вот что-то там дальше идет, да? Например, это же тоже определенная форма давления, просто она более скрытая, да? Я просто начинаю скрывать свой мотив. Поняла, манипуляция более скрытая форма давления. Да. Я бы хотела поговорить про манипуляции как-нибудь. Есть такой Никита Непряхин у нас, автор книги «Я манипулирую тобой». Я давала ему интервью на «Серебряном дожде». Мне очень понравился и манера интервью, и сам этот человек такой эксперт. Поэтому я, наверное, сделаю такое интервью про манипуляцию. Но пока мы продлим про раздражение. Итак, третье – это давление. И что тут делать? Что тут делать? Ты давишь на человека, он сопротивляется или принимает это давление. Такие люди тоже есть. Но раздражение-то возникает чаще всего, когда человек не принимает. Или, ну, понятно. Или другой вариант, где, допустим, человек не хочет со мной вступать в спор, да. Он соглашается, а потом, естественно, все это саботирует под каким-то предлогом. И вот здесь возникает еще более сильное раздражение, что ну как же так? Почему этот человек снова меня подвел? Мы же договорились, я же ему сказал, он же согласился, а теперь не сделал, или теперь какие-то дурацкие, значит, мне предлагает объяснение, почему это не получилось, да? И тогда вообще ощущение, как бы, помимо раздражения, еще какой-то обреченности, что ну вот, не на кого положиться, ну как же так, человек меня подводит. И я при этом не отдаю себе отчет, что я просто загнал человека в угол, он был вынужден согласиться просто, чтобы я отстал, а на самом деле он изначально был против, и его сопротивление никуда не делось, просто он это скрыл, потому что не готов был спорить дальше. Хорошо. А да. Что делать-то? Вот это очень, очень сложно, людям бывает на практике, но задаться вопросом о своем намерении. Да? Почему я считаю, что этот человек должен сделать так, как я... ему навязываю, да? Что если мне задаться более какой-то созидательной целью? Например, не целью «я должен убедить человека со мной согласиться», а, например с целью там, «я хочу обсудить эту тему». Ну, например, если мы продолжаем пример там, «я с тобой», да? «Я хочу обсудить эту тему с мамой, понять, что она об этом думает, и вместе принять действительно хорошее решение». Например, да? И вроде цель-то та же самая. Я иду в обсуждение с тобой, мы принимаем решение, но я иду в это, как бы напоминая себе, что мы это делаем вместе, да? Что я заинтересован в твоем мнении, что я не просто терплю, пока ты проговариваешь свое мнение, потому что оно меня не интересует, да? И что я хочу создать что-то, что для нас обоих будет хорошо. И причем, ну, вот очень интересный эффект в том, что если я ставлю себе цель вот из такого дружелюбного и созидательного намерения, то очень часто люди на самом деле с радостью согласятся на то, что я и хотел предложить. Просто они этого давления не будут ощущать, и они тогда смогут действительно объективно оценить, как бы хорошее это решение или нет. Оно может быть очень хорошим, и они тогда согласятся. Но если мы на человека давим, он очень часто начинает спорить не потому, что решение само плохое, а потому что ему не нравится ощущение, что его хотят чего-то заставить. Да. И вот если мы это убираем, вдруг договариваться становится гораздо проще. Хорошо, хорошо, поняла, интересно. Слушай, Петенька, и все-таки я знаю много людей вокруг себя и моих учеников, которые говорят, что они не могут сдержаться. Что вот у них раздражение, вот оно вот выскакивает, и вроде, ну и что, и почему нас не простить за это? Ну мы же хорошие люди, но особенно близкие. Ну, сорвался, ну, такой раздражительный. Бывают же люди, ну, разные. Вот трудно сдержаться, и человек на автомате что-то такое там сказал. Ну, ладно, отойди уже, или там, да ладно уже там, вот это да ладно, или там что-то такое. А на него обижаются, говорят, что такое, ты там отмахиваешься, что ты себе позволяешь, как ты можешь так говорить. И возникает ощущение, что вообще... правильно ли она или он с этим человеком, который не понимает, что это всего-навсего характер. Мамочка мне иногда говорила, что ведь есть еще характер. Есть горячий такой характер. Ну, вот такой вот темпераментный характер. И вот человек вот раз и среагировал вот так. Ну, я опять носки, ну что такое, ну, неужели трудно убрать там, а вот у него там собака, ну, простить. Ну, может быть, вместе посмеяться над тем, что тут как итальянская семья, тут что-то такое. Или все-таки так много всего надо брать в работу, мой дорогой. Столько в этом партнерстве вообще надо всего делать, а тут еще и нельзя сказануть под настроение. Ну, что такое? Надо еще думать. Ты это сказал, потому что ты давишь, ты это сказал, потому что у тебя чувство вины, ты это сказал, потому что ты просто не сдержался. Ну-ка, давай по этой триаде себя тут это просканируй. Да что за жизнь такая? Сколько ж можно-то? Ну, слушай, сразу скажу, что мне кажется, этому есть место. Во-первых, и какие-то реакции мы упустим, и где-то в моменте будет такое, что там я не выспался, я голодный. Я когда говорю «я», не имею в виду лично себя, хотя, конечно, и ко мне это тоже относится. Я просто имею в виду вообще людей, да, такой собирательный образ. Что если я уставший, голодный, не выспавшийся, то есть даже на физиологическом уровне во мне есть какой-то физиологический стресс, то, конечно, вероятность того, что что-то такое произойдет, она гораздо выше. И что-то такое время от времени будет происходить. Знаешь, иногда что-то происходит, вот как говорят, под руку. Да? Вот, например, я очень сильно сосредоточен на чем-то. Вот у меня какой-то важный звонок. Какой-то... И сейчас прямо очень-очень важный, тонкий, сложный момент в этом разговоре. И в это время, я не знаю, дети там с хохотом врываются в комнату. И, ну, да, дети не знали, что я говорю по телефону, дети играют, детский смех – это чудесно, все, что происходит, это прекрасно, но просто очень-очень не вовремя. Такое же тоже может быть. Могу я в этот момент рявкнуть на детей так там, вышли, закрыли дверь, например. Ну, потому что, да, это сейчас, ну, как бы очень важно сейчас эту ситуацию как бы остановить, да, я могу отреагировать резко. И это может быть естественно. Опять же, я не имею в виду лично себя, да, но просто вот обрисовываю ситуацию. Вот, наверное, каждый себя может представить в такой ситуации, да. И ну, нормально ли, если ребенок отнесется к этому с пониманием, что, ой, ну что-то, правда, мы, по-моему, не вовремя, папа звонит. Я вот, да, извини, если прерываю тебя, но все-таки мне кажется, что здесь очень важно, если мы сами там крикнули, рявкнули, что-то себе позволили, где-то такое, очень важно сказать «прости». Вот очень важно сказать «прости». Был неправ, и перед детьми извиниться. Ребята, у меня там был важный звонок, простите, я там... То есть в это время надо себя все-таки... Не удалось сдержаться, значит, надо потом принести извинения, искренние извинения тем, кого вы там задели. Короче говоря, как всегда обо всем, да, я думаю, нам пора заканчивать. Я думаю, что достаточно много мы об этом поговорили. Если подводить какой-то итог, то вообще раздражительность... в любом партнерстве, и в работе, там, в коллективе внутри, и особенно в отношениях с детьми, которые, безусловно, раздражают нас, потому что они ведут себя совершенно вне нашего сценария. И, например, они заболевают всегда, не знаю, как у вас, мои дети всегда заболевали в день отпуска, начало отпуска. Это прямо любимая манера развлекаться. Именно в этот день у одного температура, у другого понос, и вам надо куда-то лететь. Очень трудно как-то сдержать именно раздражение, обиду, не знаю там что, сердитость даже какую-то определенную. Надо себе в этом признаться, честно, что мы не такие сильные духом, мы нормальные, слабые люди, и мы можем какие-то такие вещи и вслух сказать не то, и почувствовать внутри себя не то. Но все-таки баланс и вот мера. Когда человек раздражительный все время, когда он гневается, позволяет себе гневаться на других, от него не идет каких-то добрых, ласковых сигналов, когда он всем вечно недоволен, и что бы вы ни делали, все равно вы получаете в ответ раздраженного человека, то это беда, это беда. Это трудно быть счастливым в такой ситуации. Я тебя полностью поддерживаю. То есть, на мой взгляд, это вообще очень хороший признак того, что человек несчастен. Если человек замечает за собой, и это, кстати, большой очень шаг вперед, если человек заметил про себя, что он раздражительный, я верю, что у человека может быть темперамент разный, да, я с тобой тут согласен, но раздражительность – это часть характера скорее как привычка, то есть это просто это привычка быть в борьбе с окружающим миром и чувствовать себя несчастным. Если человек заметил это, то вот мой, наверное, главный посыл знайте, что это можно изменить. Если вы это заметили, то вот, например, то, о чем мы с тобой говорили сегодня, мам, да, про то, что можно начать как бы присматриваться к своему раздражению, какая его природа, она объективная или субъективная? Я сейчас сам себя разозлил, а если я сам себя разозлил, то как? Окей, это правда, ну, большая работа. Я с тобой согласен, что подумать об этом, сесть, подумать об этом – это некоторая работа. Но разве оно того не стоит, если я могу себя постепенно, с каждым таким шагом, выводить из этой привычки, быть в постоянно раздраженном состоянии и разрушать отношения свои с окружающими и свое собственное счастье, потому что мы не можем быть счастливыми и раздраженными одновременно, это несовместимые вещи. Поэтому, на мой взгляд, эта работа того стоит. Да, но если говорить про себя, но еще есть и партнеры, да, и вот тут вы должны помнить, что с собой мы что-то можем сделать, с партнерами гораздо сложнее. И, конечно, классно было бы, если дадите человеку добрый сигнал, что вы озабочены именно его счастьем. Ты правильно сказала, согласен. Раздраженный, вечно раздраженный человек – это сигнал несчастья. У меня есть такая история, когда однажды жена моего ученика, ну, сделала фото просто на телефон. И он, увидев это лицо, сказал, что за фото, это что такое? И тут она честно сказала, слушай, вообще-то ты всегда с таким лицом уходишь. Он был настолько этим потрясен, что он мне показал это фото, спросил, видела ли я это лицо. Лицо такого уставшего, очень раздраженного человека. Mm-hmm. Я сказала, что да, вы ко мне зашли с этим лицом. И вот начали мы как-то поглубже копать. Очень полезно, кстати, mm-hmm. тоже. И надо проглядывать свои фотографии и поговорить с людьми, которые вас любят и знают, как вы реагируете на замечания, mm-hmm. как вы... И в стрессовых ситуациях себя ведете, узнайте это хотя бы там, свою температуру, поймите такую социальную. Потому что, конечно, вы думаете, мы с Петей сейчас такие вот спокойные, добрые. Я помню, как мы однажды обсуждали с тобой, как много Надя сидит в iPad. Прям мы очень постарались не поссориться, но оба были очень раздражены, это точно. Но чтобы вы не думали, что тут вот сидят такие и поучают там других. Нет, это нормальная часть жизни. Но... как мы из этого выходим, как мы это оцениваем, и как мы идем дальше, как мы работаем над собой, это тоже очень важная часть нашей жизни. Мне очень нравится, когда ты в конце говоришь слова типа такой короткой молитвы. У нас уже такой формат. Mm-hmm. Поэтому смотри, вот я в очередной раз, ну, скажем, наши подписчики, кто угодно, да, в очередной раз обожглась, стукнулась, царапалась, поранилась у партнера, с которым мы договаривались 1000 раз, что вот этого он делать не будет. И он опять это делает. Опять это делает. 100 тысячный раз это делает, как будто бы не было никаких разговоров. И опять идет полное обесценивание там, моих желаний, моих чувств. Вот идет обесценивание такой бабах. Вот. И все. Вот сейчас сериал мой любимый, да, а вот уже опять включены там на полную громкость эти новости, и он... На мой сериал ему совершенно наплевать. Что я должна сказать себе в этой ситуации? Какую бы ты предложил такую вот мини-молитву, такую коротенькую? Я чувствую внутри сильное раздражение. Я знаю, что сейчас мы опять поссоримся, и все будет плохо. Что мне сказать себе в этот момент? Ну, например, первые слова, которые, на мой взгляд, полезно себе сказать, это... О, я заметила, как во мне сейчас опять поднимается раздражение. Как хорошо, что я это заметила. И, возможно, это вообще самые главные слова, которые мы можем себе сказать, когда ощущаем раздражение. Потому что то, что вы это заметили, это прекрасно, потому что это дает вам выбор, что делать дальше. Потому что чаще всего, когда мы этого не замечаем, мы проскакиваем этот момент, когда раздражение возникло, и мы начинаем инстинктивно действовать, и чаще всего действовать разрушительно и так, как мы потом понимаем, так, что мы об этом потом сожалеем. И поэтому момент, если я это заметил, это прекрасный момент, и поэтому стоит себя за это похвалить. И когда мы себя хвалим, во-первых, в этот момент мы немножко расслабляемся, потому что в самой этой похвале и благодарности себе есть немножечко тепла, есть немножечко поддержки. А во-вторых, мы тогда закрепляем эту привычку замечать. Если мы не говорим себе «черт, опять я начал злиться», Если вот я говорю себе это так, если я себя за это ругаю, то тогда, скорее всего, я перестану это замечать, потому что замечать это становится неприятно. Но если я себя хвалю, я начинаю замечать это чаще. Это первое. Итак, я заметила, что я раздражена. Как хорошо, что я это заметила. У меня сейчас есть выбор, что делать дальше. Это первый момент. Второй момент – это посочувствовать себе. Что я имею в виду? Это значит не жалеть себя, что «Ой, бедный я несчастный, вот надо же, достался мне такой вот муж, который вот так себя ведет. Вот у других мужья лучше, а у меня такой плохой», ну или что-то в этом роде. Да, где я начинаю себя жалеть, я в этот момент, наоборот, начинаю свой гнев подогревать, потому что чем больше я себя жалею, тем больше я ощущаю, что мир несправедлив, чем больше мир несправедлив, тем больше я на этот мир злюсь, да, потом иду и это выплескиваю. Поэтому я имею в виду не жалость себе, а именно сочувствие. Например, это может звучать так. Например, я раздражена сейчас, потому что мне неприятно, что мой муж мешает мне смотреть сериал. Да? И мне очень неприятно, что я много раз ему об этом говорила, а он меня как будто не слышит. Это можно понять. Да? И вот это момент сочувствия, где я сам себе даю такое человеческое, дружеское понимание. Я понимаю, почему я раздражен. Вот в твоем примере есть вполне конкретная для этого причина. Нормально ощущать такие неприятные эмоции? Да, совершенно нормально. И я себе говорю об этом. Напоминаю, что да, с этим все в порядке. Можно понять, почему мне сейчас неприятно. Это второй шаг. Сочувствие себе. А третий шаг. Я могу принять решение. Например, я могу сказать себе: я хочу поговорить с ним об этом, и поскольку раньше наши разговоры нам не помогали, попробую в этот раз сделать это как-то по-другому. Вот попробую как-то по-другому с ним поговорить, чтобы он на самом деле меня услышал. Там, я не буду просто там ему высказывать, да, а попробую с ним договориться. Вот как бы мне так с ним поговорить, чтобы договориться, чтобы он правда понял и правда начал по-другому что-то делать. И тогда я создаю себе конструктивный настрой на этот разговор. Ну, а дальше надо разговаривать, как ни крути. Если у нас это уже продолжается давно, и это какая-то хроническая проблема, значит, ее надо выносить на разговор и разбираться с этим. Да. Или написать, да, если совсем трудно разговаривать. А еще вот последний самый, вот как вот твое мнение. Еще говорят, что можно просто отойти в сторону и проораться. Я слышала, как Ирина Хакамада, она сказала, можно пойти в туалет и проораться в унитаз. А можно еще, значит, завернуться в его куртку и там тоже сказать все, что о нем думаешь в эту куртку. Это как? Это освобождает нас от раздражения, если мы вот так вот слили свое раздражение, так что никто их не слышал, в унитаз. Классный вопрос. Освобождает ли нас это от раздражения? Да, в моменте да, потому что это такой своеобразный катарсис. Вот во мне эта энергия накопилась, я ее просто выплескиваю и как бы опустошаю этот резервуар, я остаюсь без энергии, то есть я после этого могу ощущать какую-то немножко усталость, даже апатию. Вот я выплеснул эту энергию просто не на человека, а куда-то в сторону. Но проблема с катарсисом в том, что если мы не решаем причину, если не разбираемся с причиной, то нам придется это делать бесконечно. И это, конечно, тоже будет очень утомительно. То есть если я не лечу проблему со своим хроническим раздражением по какому-то поводу, будь он объективный или субъективный, то получится, что мне постоянно надо будет ходить и орать в унитаз. И вопрос, насколько я смогу при этом быть счастливым человеком, если мне постоянно приходится это делать. Да. Согласна, абсолютно. Ну что, отлично. Я надеюсь, что вам было интересно с нами сегодня. В чем-то мы совпадаем, в чем-то и нет. Но без этого, конечно, без раздражения жить не получается. И мы встречаемся с этим чувством изнутри нас, наверное, в течение дня несколько раз, и все по разным поводам. И поэтому как-то работать над этим, чтобы быть более счастливыми, уравновешенными, конечно, надо. Пишите в комментариях, как вы справляетесь со своим раздражением. И интересно узнать какие-то типовые случаи, когда у вас оно возникает. Если кто-то интересуется моим интенсивом и моей школой, то все внизу у нас есть все ссылки. Интенсив, кстати, очень людям нравится. Это бесплатный курс, Потом уже вы решаете, идти в школу или нет. Если вы интересуетесь записью там, на коучинговой сессии к Петру, то, пожалуйста, тоже все ссылки здесь есть. У него есть сайт, на котором можете посмотреть его сессии и уже определиться. Потому что, ну, собственно, это и есть наша работа, в которой я счастлива, потому что сейчас это действительно уже семейное дело, мои дорогие. Семейное дело. Мы здесь разбираем семейные дела в широком смысле этого слова. И у нас стало это уже с Петей нашей главной профессией, то есть нашим семейным делом. Обнимаю вас всех, жду комментариев. И спасибо вам большое за внимание, за отзывы, за отклики, за интерес к моему YouTube-каналу. Подпишитесь, это главный мне подарок. Я мечтаю набрать 500 тысяч, но что-то мы медленно очень продвигаемся к этой цифре, пока 350 с хвостиком. Поэтому давайте уже, нас будет много. Мне кажется, от этого только интереснее. Всем привет, спасибо, Петя. Пока. Спасибо, пока, пока.